подготовка к возвращению домой идет? Пиздец, какое нахуй возвращение. Новости читаешь? Ну, нам даже смену тормознули. У нас сегодня один 300-й. А их вплотную хуячит уже, прям. В смысле, вот впереди пацаны стоят. Уже между ними в тулы зашли. Через посты проходят. Дистанция такая большая? Да ну не то, что большая, там, короче, распиздошили один пост. И они через, через брешь пошли. То есть через речку в другом месте прошли. И, короче, грубо говоря, сейчас не буду озвучивать цифры нас, но до батальона национального точно здесь ходят. Связи нету, нихуя нету. Мы каждый день ездим, я езжу, короче, заряжаю батарейки. И каждый день проезжаю мимо этих, блядь, военных медиков, там постоянно мешки, мешки, мешки. Думаю, нихуя себе, ебать. Тут к нам должны были, если что, ребята ехать. Mm-hmm. И что-то пошло не так, и теперь мы сами, блядь. И смена приехала, и обратно уехала, блядь, был бы это закрытый канал, я тебе больше рассказал, ты бы вообще охуел. Я когда узнал, я, блядь, пиздец, охуел. А потом приезжает это ебло довольное постоянно, блядь, ну чё, как, сигареты есть? Я говорю, ну зайдите сюда, я вас просвещу в обстановку, блядь. Я ему рассказал тут, блядь, я же шляпу снял, со шлемом закурил, блядь, говорит, есть чё въебать? Блядь, причем он этих пидорасов грешили, блядь, в смысле, уебаны криворукие, блядь. Сука, блядь, три дня прям четко кладут пидорасы, блядь. Прям вообще четко, блядь. У меня слева, блядь, вообще уже, в смысле, леса нету, блядь, попал он попилен весь осколками, нахуй. На эту позицию, куда мы ездили, блядь, пацан забирать, уже с нее по нам ебашит. Угу. И еще угнали 6 Уралов у нас, блядь. Нам уже смс-ки приходят, сдавайте, вся хуйня. Угу. Так. Мне кажется, пахнет старым гастомелем сейчас, прям пиздец.